О том, что происходит в социальных сетях Ноябрьской, не только расскажу прямо сейчас. Есть такая категория людей, которые совсем не умеют дарить подарки. Либо они дарят то, что совсем никому не нужно, либо то, что нужно им самим, либо что-то с претензией на оригинальность. Причем получатель подарка сам должен догадаться, как его использовать. Давай ты открывай первый подарок. Нет! А где же твой телефон? А вот же он. Это твой телефон. Вот так, говоришь, Ванечка, а ты к уху прикладывай вторую, веревочку надо натянуть. В интернете много подсказок, сайтов различных, но уже никто, пожалуй, не переплюнет в оригинальности чиновников Пермского края. За то, что двое охотников спасли детей, потерявшихся в лесу, им торжественно вручили маникюрные наборы мужикам, охотникам в России. Максим! Собрался? Да. Иди стриги ванную. А чё? Стриги ванную, я сказала. Окей. Максим! Действительно, а может быть это был очень продуманный подарок? Уже декабрь, на педикюр записываться поздно. А так мужчины все смогут сделать сами, дома, бесплатно. Либо область инструментов для педикюра не до конца изучена в нашей стране, а у чиновников появилась инсайдерская информация. И на самом деле пилочка – это лучшее приспособление для охоты. Единственное, что может испортить настроение в этот чудесный день – это объявление, что у кого-то опять потерялся ебаный медведь. Они часто убегают, испугавшись взрыва ракет. Инструкция. Что делать, если на вас в лесу напал медведь? Первое – достать пилочку. Второе – резко подбежать к животному. Третье – подпилить ему когти. Бинго! Теперь от схватки с хищником на теле не останется ни царапины. Он сожрет вас целиком. Так сказать, охотничий ужин. Молодцы. А знаете, почему мужчинам в Арктике нельзя дарить педикюрные наборы? Тормозить перестанут, а в Норильске это чуть ли не самый главный навык для выживания. Вообще любят скользить. Сама обстановка располагает. Скользкие ступеньки у травматологии, скользкие дороги, скользкие люди, изящно скользящие по крышам. Скольжение у нас в крови, наверное, потому что нас с детства воспитывают по особой методике. Дети домой! Если вы думаете, что это единичный случай и дети просто развлекаются, то нет, это реально такие ползучие дети. Надо идти спать. Не хочу. Роберт, надо идти спать. У вас тоже так дети спать укладываются, да? У нас вот так вот. А потом они вырастают и скользят по городским улицам на велосипеде. На улице 42 градуса. Минус. Суровая дудинка. Так же, как и велосипедисты, есть еще один тип людей, которые часто встречаются зимой на севере и не вызывают удивления у местных жителей. Зато немного пугают иностранцев. Это, конечно, моржи. Some gentle people there.
было интересно, как люди приходят к тому, чтобы начать закаляться? Ведь здесь нужна основательная моральная подготовка. И как вообще приходит эта идея в голову? Идешь себе по улице, думаешь, как бы не умереть от холода, и тут тебе в голову приходит светлая мысль. Наверное, нужно раздеться. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. О, я знаю этого мужчину. Его на новом гербе Югры нарисовали. Только жителям не очень понравился такой символ округа. Очевидно же, что нужно было изобразить женщину. Какая женщина? Это был Ноябрьск в соцсетях. Свои видео и фото присылайте в нашу группу ВКонтакте. А также не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся очень скоро.